привет! Ты смотришь Fast Food, возможно, самые быстрые новости в мире. Поехали! 23-летний Адриан Перес Сапата разработал летающих микророботов, которые самостоятельно чистят дома. По завершении работы стая возвращается в свое гнездо и избавляется от накопленной грязи. В Беларуси у пьяных водителей будут безвозвратно конфисковывать автомобили. Google привнес законы квантовой физики в Индии игру Minecraft. Школу в Британии закрыли из-за нашествия ядовитых пауков, сообщает BBC. Google представил новые инструменты для безопасности интернет-ресурсов. Самым главным нововведением компании стал сервис Project Shield, защищающий маленькие сайты от DDoS-атак. Специалисты исследовательской лаборатории военно-воздушных сил США и лаборатории Дрейпера в Кембридже разрабатывают приложение для смартфонов, с помощью которого американские военные смогут запросить поддержку с воздуха. Российский защитник клуба «Баффало Сейберс» Никита Задоров забросил первую шайбу в НХЛ. Обнародовано неизвестное интервью Йосифа Бродского. Беседа, которая состоялась в Вене в 1972 году, в первые дни после отъезда поэта из СССР, была опубликована на портале kolta.ru. На этом у меня все. Увидимся завтра. Пока!